сауна для питомцев? Такая бывает? Да, бывает. Я туда иду. А почему бы не дом помыться? Ой, нет, там хорошо моют, и там очень весело. И там много разных питомцев. Ну, я думаю, прежде чем ты туда пойдешь, давай мы тебя достанем из шарика. Хорошо. Посмотрим, что за питомец LOL попался в этом шарике. А, с блестящими голубыми волосами. Так. Что случилось? Почему ты такая грязная? Ай-яй-яй. Ну, я просто гуляла, играла, и теперь мне нужно в сауну. Ой, я тебя понимаю, тебе определенно нужно в сауну. Только, наверное, костюмчик одевать не надо, а то ты все испачкаешь. Мяу, да, только мне нужно еще ботиночки взять. Ботиночки у нас обычно, ребята, в туалетике. Откопаем. Ой, они разноцветные. Один ботиночек розовый, а другой беленький. С розовыми шнурками. Хи. Еще розовенький и еще беленький. Кажется, все. Но одевать эти ботиночки мы не будем. Мы сразу положим их в сумочку. И костюмчик тоже. И кружечку. Чтобы все это использовать после сауны. Мяу, да. А то я такая грязная. Привет, девочки, красавицы и мальчики, красавчики, которые тоже любят смотреть мои видео. А вот в какую сауну собирается наша кошечка Independent Meow. Этот наборчик от Crayola называется Scribble Scrubby. С помощью 6 разноцветных маркеров мы можем разрисовать наших питомцев, кошечку, собачку, зайку или пуделя, и потом смыть наши рисуночки в ванночке. Еще бывают маленькие упаковочки из 2 питомцев, а всего их, ребята, бывает 12 разных видов. Ой! А вот и инструкция. Ох, каких ярких мы можем сделать питомцев! Симпатичная розовая ванночка в наборе с фиолетовыми ножками и душиком. Щеточка. И симпампулишные питомцы. Бонжур. Это у нас Франческа. Мяу. Мисси. Всем привет. Клайд. И Мика. Поскольку они тоже все пришли в сауну, надо их разрисовать. Начнем с Франчески. Возьму фиолетовый маркер и разукрашу ему кудряшки. О, как хорошо разукрашивается. Неужели это все смоется? На ушках сделаем фиолетовые и розовые, например, кудряшки, чтобы было интересно. Носик тоже сделаем фиолетовым. На грудке нарисую сердечки. Вот. И по бокам. На хвостике тоже у нас будут фиолетовые и розовые кудряшки. На ножках давайте нарисуем розовые сердечки. И красные кудряшки пусть будут на ножках. Пудель Франческа готова. А я. И Мику разукрасим интересненько оранжевым маркером. Ушки пусть у нее будут оранжевенькие. Ой, а здесь какой-то рисуночек. А, Крайола. Ну тогда это ушко будет вот таким. И вообще пусть он будет наполовину у нас в пятнышках. В разных. А наполовину в полосочках. Полосочки пусть будут на ножках. Такой у нас полосатый щенок. И на теле. Здесь у него пусть будет пятнышко и полосочки. И носик тоже будет оранжевенький. Хи. Вот какая симпатяшка Майки. Разукрасим кошечку Мисси. Мяу. Нарисуем ей ягодку. Ягодку. С косточками и лепесточками. Нарисуем солнышко. Хи-хи-хи. Облачка. И здесь еще ягодки. Вот здесь я напачкала, пусть будет ягодка. Побольше ягодок. Они тоже все будут свисать с веточки. Здесь будут листочки. Листочки. Лепесточки. Мисси готова. И Клайди. У него выделяется грудка, хвостик и мордочка. Нарисуем морковки тогда. Морковочка. Маленькие морковочки. Везде. Подчеркнем, что это грудка и мордочка. Вот так. Сделаем морковки листочки. Чинг-чинг-чинг. Ой, морковочка. Везде морковки. Морковочки. Еще что он любит? Капусту. Капусту нарисуем на ушках. Капуста. Вот такая вот у нас капуста. Капуста, намек на капусту. И с другой стороны капуста. И
Капуста. И на спинке нарисуем большое сердце и маленькое. Наши питомцы теперь чумазые-причумазые. И их пора бы помыть. Здесь у меня теплая водичка. И начнем с Франчески. Смотрите, маркер уже расплывается. О, как хорошо он смывается. Мы даже можем пустить воду сверху. Душик. О, и волосы у него тоже становятся чистыми. Все смывается. Ой, как хорошо. Можно помочь щеточкой. Лапки, лапки, чтобы все было чистеньким. Ушко сбоку не смылось, а сейчас оно смоется. О, как хорошо смывается водичка, это вообще здорово. Ой, он весь беленький-беленький вновь. И здесь сбоку хвостик еще раз и голову. Теперь его вновь можно разукрашивать. Немножечко, конечно, остались вот эти розовые пятнышки, но все равно он чистенький-чистенький. Наш пудель, француженка Франческа. Уф! Поменяем водичку на чистенькую. Я могу мыться? Я могу мыться? Можешь, Мика, давай ваночку. И начинаем мыть также нашу Нику. Смотрите, у нее уже краска сходит. И пятнышки сходят, и полосочки. Ах, как ему нравится. Все смывается, и сердечко смывается. Ой, полосочек даже не видно. Ничего не осталось. И носик, носик, носик. Ах, как хорошо. Поможем щеточкой, щеточкой. Все чистенько. И не осталось ни пятнышка, и ни полосочки. А водичка стала оранжевенькая. Вытерем нашу Мику. Немножечко, конечно, пятнышки видны. Может быть, если с мылом их смыть, они полностью отойдут. Мисси, а ты готова? Да. Помоем, ребята, теперь Мисси. Опускаем ее в водичку. И посмотрите, ягодки уже размываются. А что будет с солнышком происходить и облачками? Они тоже, посмотрите, все смывается. И солнышко, и облачка. Ягодок не осталось. Еще одно облачко. Все смылось, беленькая Мисси. Дочистим и аккуратненько ее высушим. Остался Клайди с морковочками и с капустками, а еще сердечки. Как жалко все это смывать. И это все надо смыть. Я не хочу быть ходячей морковкой и капустой, тем более меня так легко заметить. Начнем смывать сердечки. О, салатовый цвет. Капустки. Все смывается. Так легко, просто водичкой. От морковок и следа не осталось. Все размытые. А сейчас и вовсе исчезнут. Вот как просто смыть рисунки зайчика. И его мы тоже высушим, высушим. Ну вот, теперь все чистенькие. Уф, кто это еще? Уф, 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 кто-то еще в сауну пришел. Это кошечка. И какие у нее волосы. О, бонито. Но очень грязная, очень. Мяу, я знаю, я грязная. Но я пришла к вам мыться. Я знаю, что у вас здесь очень весело. И моет чистенько-причистенько. Добро пожаловать, мы сами сюда любим ходить. Уф, уф, потому что эта сауна трэбьян, трэбьян. Мне очень нравится. Надо поменять нам водичку для Independent Мяу. Вот у нас чистенькая и тепленькая водичка. И помоем нашу кошечку. Надо, чтобы вся грязь с нее сошла. Вся грязь сошла. Ох, как тяжело отмывается. Совсем не моется. Поможем щеточкой. Так, щеточкой смоем. И это грязное место. Все смоем. Ножки должны быть чистенькими. Спинка, хвостичек и шейка. Все будет чистым. Чистым при чистым. Ополоснем, и она у нас будет чистенько-причистенькая. Аккуратненько вытерем. Ну, как видите, в теплой водичке она цвет не поменяла. Поменяем водичку на холодненькую и проверим. Нет, холодненькая она тоже цвет не меняет. Ну а если накормить из кружечки, то она, ребята, плюется. Наша Independent Meow. Ну а теперь, поскольку мы ее помыли, мы можем спокойно одеться. Потому что мы же чистенькие-причистенькие. Сначала костюмчик. Ей очень идет. И ботиночки. Беленький, розовенький, розовенький и беленький. Теперь наша Independent Meow красивая-красивая, чистая-чистая.
сказали? И что ты делаешь в сауне? Почему ты сюда пришла одна и без нас? Мяу, я просто хотела помыться. Мяу. О, да, ребята, она была грязная-прегрязная. Хм, где же ты так измазюкалась тогда? Я просто играла. Мяу. Ну вот, ребята, теперь вы знаете, куда водить своего питомца. Ей очень здесь понравилось. Потому что здесь весело и мой чисто-пречисто. Сегодня у семейки Independent появился питомец Independent Мяу. А какой из питомцев вам, ребята, понравился больше всего? Напишите-ка в комментариях. Пока-пока.